Привет! Сейчас я покажу, как выполнять задание в Cisco Packet Tracer в курсе CCNA 1. Для этого мы заходим в наш курс. Мы можем зайти сразу в курс и там найти наш Packet Tracer, или же мы можем открыть модули и здесь найти нужный нам Packet Tracer. Например, сейчас я буду вам показывать 1.2.4.4. Заходим в него, и здесь мы видим сам Packet Tracer. Заходим. Переходим по ссылке, у нас открывается этот пакет трейсер в курсе, и мы должны скачать, во-первых, PDF-инструкцию, для этого переходим по ссылке, ждем, пока загрузится, и скачиваем кнопкой «Скачать». Сохраняем. Вот он у меня сразу и открылся. В нем мы, например, видим задание и поля, в которые нужно вписывать ответы на вопросы, которые есть в этих заданиях. Например, вот здесь вопрос. What information can you configure in the IP configuration window? И здесь вы должны ответить. Вот. Также у нас в курсе есть ссылка на скачивание PKA файла. Этот файл у нас открывается в Packet Tracer. Мы скачиваем файл, запускаем его. Если же он у вас не запускается, нажмите на него правой кнопкой и нажмите «Открыть» с помощью Packet Tracer. Выберите в списке программ Packet Tracer. Сейчас он у меня откроется. Секунду. Вот, открывается Packet Tracer. Загружается, и вот он открылся. А здесь у нас есть окно, где нужно ввести свое имя. Вводим свое имя, email и группу, если нужно. Подтверждаем. Сейчас оно прогрузится. Вот. Также у нас тут появляется такая же инструкция, как и PDF-файл. Только эта инструкция без полей. Поэтому вам нужно делать по PDF-файлу и отвечать на вопросы. А у меня открылся на русском, ой, на английском. Но вот здесь вот вы можете выбрать язык, поменять на русский, скачать. И у вас скачается то же самое, просто на русском. Но так как я сейчас читать ничего не буду, так как первая глава, первая Packet Tracer, здесь просто объяснение того, что есть в Packet Tracer. Я вам это и покажу. И поэтому мне не нужно на русском, но вы скачиваете на русском и читайте. Ну или же читайте на английском. Вот, начинаем. У нас открывается Packet Tracer. Мы видим здесь топологию устройства сети. Сейчас я буду вам рассказывать именно про саму программу. Здесь у нас, например, есть вкладочка Help, в которой вы можете узнать всю необходимую вам информацию. Снизу есть переключение режимов, режим реального времени и режим симуляции. В режиме симуляции вы можете отправлять все запросы по шагам и, например, отслеживать, фильтровать, какие события вы хотите видеть. В режиме реального времени вы будете делать большинство работ, однако в некоторых вам придется переходить в режим симуляции. Также это можно сделать просто вот здесь вот. Вот режим симуляции, режим реального времени. Также у нас есть логическая топология. Это когда у нас показаны устройства и как они соединены. Также у нас есть физическая топология. Это у нас, например, вот город. Вот, переключение логическое, физическое. Например, город у нас вот выделен квадратиком. Нажимаем, и здесь у нас есть офис и еще парочка зданий. В них у нас есть, например, топология, в которой показаны вот устройства. Здесь они все смещены, но это так сделали в Packet Tracer этом именно. Вы можете, например, для себя, если хотите что-нибудь создать, разместить все так, как вы хотите сами. Вот у нас, например, есть стенд. Нажмем на него. И вот мы видим наше устройство. И вот еще устройство. Например, смотрите, у нас есть Computer Sales. Переходим в логическую топологию. И видим здесь его же. Вот он. Например, сервер. Вот мы видим сервер. И так далее. А снизу у нас есть время. Сколько прошло с начала. Есть кнопочка «Назад». Например, если вы хотите зайти в интернет, здесь мы видим тоже устройство, однако выйти отсюда сложно. Есть кнопочка «Назад». Вот, она вернется нас сюда. Снизу есть список устройств. Например, устройства сети. Вот есть коммутаторы. Есть конечные устройства.
Это у нас компьютеры и тому подобное. Есть компоненты сети, есть соединения. Это, например, беспроводное соединение, например, просто проводное соединение. И здесь есть разные кабели. Вот, можно снизу, видите, пишется вот название кабеля, например, витая пара или консольный кабель. Дальше у нас еще тут разные компоненты, вот тоже устройство. Это мультисир, это у нас будет дальше пакет-трейсере, это когда мы будем соединять два настоящих компьютера в пакет-трейсере для создания сети. А вроде как это все, что нужно будет для прохождения пакет-трейсера. Если же чего-то вы не понимаете или не знаете, где найти, у нас есть вкладочка Help, здесь все объяснено еще более детально. Спасибо за просмотр.